Всем привет, с вами Геомакс, и мы обзорим сегодня мой зоопарк. Сегодня у нас появилось новое животное. Вот. Но перед тем, как начать, я хочу, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал, с колокольчиком желательно, и написали любой комментарий под видео и ответ на загадку. А теперь начинаем. Сегодня у нас выиграл Тимур за Siberian Tiger. Он угадал, какое сегодня животное будет. Мы дадим ему медальку. Молодец. Теперь у нас открыта вот та часть зоопарка. Все, и вот наш новый вольер. Вольер с гризли. Что, давайте запрыгнем. Вот наш, сами наши гризли. Они прикольно сделаны. Вот у них есть кормушки. Здесь у них даже ложится рыба. Когтеточки, да, их когтей пришла. Когти у них громадные. Так же домик для них. Ну и чесалка. Вот пока незачем не будет, скоро там будет присоединяться к ним. Вот мои камешки, такой гравийный берег. У нас здесь их трое, вот первый, второй в воде. А где третий? Ну, третий просто умер, ну кто знает. Но также у нас появился магазинчик. Магазин Люни-Балюни. Вот наши продавцы Люни-Балюни. Вот. Здесь вы сможете купить воздушные шары. Вот такие у нас красавцы они. Сюда пока не будем заходить. Это уже до следующих серий. Теперь прочитаю информацию про наших медведей и гризли. Гризли, Ursus arctos horribilis. Гризли, вид из семейства бурых медведей. Обитают они в США. Живут они в лесах, реках и побережьях. Они всеядны, также могут есть рыбу, лосось. Они практически не отличаются от своих евразийских собратьев. Досье, класс, млекопитающий, отряд, хищные, длина 2 метра, рост 1 метр, вес, самцы 10-70 кг, самки от 180 до 200 кг, тяжеленькие. Статус самцов – уязвимые виды. Фактов про них нету интересных, ведь это тот же бурый медведь, но в Америке. Они ничем не отличаются. Это просто бурый медведь в Америке. Неинтересно, короче. Теперь у нас загадка про следующее животное. Живет оно в Австралии. И с ними велась целая война. Это до шарящих в истории загадки. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком, пишите комментарии и ответ на загадку. А теперь пока!